Итак, ребяточки, пришло нам время сменить нашу проверенную боями довольно неплохую Nissan Silvia. И возьму я здесь новую Rixu. Какую Rixu? STI-ку возьму новую. Здесь можно обойтись и более дешевым неоном за 50 тысяч, но я хочу взять все-таки, наверное, возьму здесь Subaric. А в следующем классе, в классе А, будем брать Mercedes, это точно. А во втором аккаунте, там я пересаживаюсь с Subaru BRZ, тоже на Subaru VRX STI, но более старой модификации, там 2006-2004 года. Это модификация новая, ну, 14-15-16 год. Примерно так. Ну что, давайте ее купим. Все, я купил. Спасибо. Ничего покупать не хочу, я сейчас только рекламы не насмотрелся. Так, ладно, тут спешить же не надо, нам же все равно ее покажут. Давай. Вот эти вот такие длительные подгрузки. Непонятно, с чем связаны. Так, ничего, пока мы тюнить не будем, а улучшать. Мы постараемся побольше всего успеть. Красотка, поехали. Садись, прокатимся. Так, и кто у нас там в соперниках? Так, а на что способна... А, там G37 стоит. Infiniti. С движком, наверное, в 3,5 литра. У Субарика 300 лошадок. Так, мне что-то как-то громковато в наушниках. Тринадцать секунд. Ну, я подожди, я сколько ездил? Блин, ух ты, садится аккумулятор. Вот как не в тему. На-на-на-на-на. Ну ладно, поехали дальше. Доступен новый член команды. Ху-ху. Так, теперь я смогу начертить схему. Что бы это значило? Это работа... А, она будет нам какую-то детальку типа давать? Прикольно, прикольно, хорошо. Я думал... Ну, у нас уже, наверное, должен был открыться тюнинг. Можно уже копаться в коробке передач и тому подобных вещах. Ну, наверное, только коробка передач, да. И нитро, и скорость нитро. Так, бэха, бэха, да, там стоит. Да, двойка. Стартует-то она хорошо. Пока что еще есть у нас возможность без тюнинга обходиться. Это радует. Так, рекорд. Вышли с 13 секунд. Но, по-моему, 12,7 где-то уже ездил на Сильвии. Так, покрышечки у нас появились. Ну что, погнали дальше. Погнали по карьере. О, у нас тут нормально так гоночек. Та-та-та-та. Так, против нас Z4. Она, кстати, неплохо едет. Одну вторую милю или милю. На квотере, конечно, Импреза поярче из-за полного привода. Да ладно. Прям в отсечку уперся, да? Так, она сейчас будет нас обгонять, да? Нет, но уже на грани, да. На следующую гонку, наверное, мы не пройдем. Придется ставить какой-то тюнинг. Ай, да и проехал паршиво. Давайте пока без улучшений. Так, агент доступен. Привет, я агент.
Удваиваю количество запчастей. Чудесно. Ну, удваивать, только в каких гонках? Ну, пробуем. Пробуем, сможем ли мы затащить еще эту гонку. Так, а там уже Субарик, да, стоит? Не пойму. Да, Субарик такая же стоит. Ну, давай, давай. Отлично. Так, ну она уже пошустрее пошла, смотрите. Я нигде не натупил. Четко попал. Но она быстрее. Она... Ну все, значит идем. Идем в гараж. Если она проехала быстрее, чем 12,9. Ну 12,99. Ну на грани, да. Я мог бы. Мог бы. Правда, не знаю, за счет чего я же стартанул. По-моему, даже вообще самый удачный старт у меня был на этот раз. Так, по крышечке. Смотрим, что даст нам больше всего. Кстати, вот смотрите, здесь дают 26 деталей плюс 33. Ну да, 30%. Ладно, ставим самую мощную детальку. Распорочка у нас там внизу. Сейчас везде... Почему-то там поставим, что даст больше всего. Минус 8, минус 10, минус 12. Тысяча! Офигеть! Тыщеночка. Почему здесь недоступно? Еще нужно проходить карьерные гонки. Так, что у нас по турбине? Ну, альтернатив здесь нет. Там 31, здесь 41. Кстати, детали тюнинга эта штука дает меньше. На 10 целых. А разница не такая большая. Давайте поставим... Boost контроллер, чтобы было меньше как бы тюнинг у нас, но больше толку. Не знаю, может это такая, короче, как-то на подбор противника повлияет. 8-12, 7-10 нет, 8-2 это лучше. 9-15, 10-18. Ну, да, здесь не поспоришь. Правда, 6 двигателей, 6 деталек двигателя пришлось потратить. Так, что по выхлопу у нас? Плюс 2. Ну, плюс 2. Нулевой фильтр, да. Как-то хотел сказать по-другому, но... Фильтр нулевого сопротивления, наверное, хотел сказать. Ну и вот поставим. Дает 800. Эти две в сумме дадут 700. То есть, ну, 9,9. Вот эти вот две штуки, ну, оно все равнозначно. Смотрите, здесь 9 плюс 8, получается 17. Но они дадут в сумме 10 плюс 700. А это дает 10 плюс 800 и 19. Блин, вообще одно на одно выходит. Так, ладно, ну, тогда я стремлюсь побыстрее... Открыть тюнинг. А значит, нам нужно проходить карьеру. Этап 3-4. Погнали. Ну, сейчас мы накажем. Без проблем. Мы поставили крутые детальки. Самые дорогие в основном. Посмотрим. Да. Еще здесь нужно много очень задрачиваться, чтобы выпадали какие-то уникальные супер детали, которые можно купить только за золотые монетки, или как их там назвать. Но я пока заморачиваться этим не хочу. Мне интересует быстрее менять машины. Блин, провтыкал. Быстро передачи здесь прощелкивались. Ну ладно, это была наша первая попыточка. 12,3, ничего себе, 666 снял. Гата, ну надерем тебе задницу, короче. Задницу. Так, у нас там есть тренировки доступные, но меня это не интересует. Так, Г37 там стоит.
Ну, провтыкал первую передачу, да? Ну, ничего, хорошо, пошли. Рекорд должен быть лучше, да? Не 12,3. Так. Провода и трубы. 12,2, да? А провода и трубы это к чему относились? Провода и трубы. Не обратил внимания. Сейчас давайте поищем. А, я снижение веса же не поставил. Давайте установим снижение веса. И сейчас где-то найдем провода и трубы. Вот, провода и трубы. Так у меня разве не было этой детали? А, были. Вот, у меня была такая деталька. Подождите. Вот так вот. Так, а эта деталька... Да нафиг, сразу продадим. Нафиг она надо. Так, 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 так. Ну все. Мы готовы дальше бить свои рекорды. Гонка за рейтинг доступна. Обгоняя самых лучших, занимая верхние строчки. Но это онлайновые наши гоночки какие-то, да? А где здесь гонка за рейтинг? Это в онлайне, да, в онлайне. Так, ну у нас вот еще какая-то есть гонка. Я не соответствую требованиям. Почему? Почему не соответствую? Бренд любой, модель любая. А, нужно иметь все классы. Ну, извините, у меня класса пока что нет. Что здесь есть? А, еще не началось. Странно, хотя рейтинги уже есть. Вот есть гонка за рейтинг. Да ну, надо сначала обкатать машину. Блин, я же совсем... Даже не попробовал на новом тюнинге проехать. Погнали. Так, с Субариком стартуем. Так, сейчас этого смазливого снека накажем. Ну, она полноприводная, потому ей надо по логике закись пораньше давать. Но я бы не сказал, что у нас запас был большой. 12,1, еще десяточку сняли. Погнали дальше. Еще сложный соперник. Так, и кто же у нас здесь такой сложный? Бэха, что ли, да? Да, Бэха, блин. Ну, давай. Давай попробую включить на третий. Хуже или лучше? 12,1 была у нас. Вообще на волоске. Хуже времечко, да? Хуже. Все-таки лучше включать сразу на второй. Так. Давайте погнали в битву водителей. Кстати, они не повторяются, да? Если мы с первого раза не проехали, то у нас потом идет следующая гонка. Максимум 3 в ряд, да, а потом наступает пауза, и вот нужно ждать там 5 часов или что-то вроде того. Так, а на чем это мы? Ну, стартовал... Это Гэшка, да? Нет, да не пойму, что это за машина. На BRZ похоже. И на Феррари похоже. Так, вообще, на чем это я проехал? BRZ-ка, ёшкин кот. Уже не узнаю. Так, 700 баксов. Это супер.
Так, есть у нас теперь у нас корвет. А, мистер Фистер. Он позже не это включил. Иди в баню, я не буду больше передачи переключать. Зачетно. Это мы одну вторую милик прокатились, по-моему. У меня была RX69, а у него RX7. Как это одинаковые должны быть? Мистика какая-то, ребята. Так, ну давайте последний этап. Снова BRZ-ка. Ну, Феррари она очень напоминает. Стартовал, видели как? Ты это подержал в пол. И первую передачу попал тоже не супер. И тем не менее, смотрите, как мы хорошо поехали. Есть машины, да, на которых стоит стартовать в пол. Бонус к получению запчастей закончился. Вот, да, плюс 2. Ну, хорошо. Ну да, 6 часов нужно ждать, ребятки. У нас есть серия гонок Тойо. Блин, ну это же надо попадать и на светофор, и на лаунч. Короче, ладно. Я в этом еще не очень силен. В основном в онлайне катаешь там десятки гонок. Блин, у нас тут глюк, видите? Наш соперник якобы не поехал, но это не значит, что он не поехал. На финише время может быть. Это же все-таки не онлайн игрок. Специальный приз, интеркулер, ребята. Интересно, мы его ставили или нет? Давайте заглянем, что у нас там за интеркулер. Так, это у нас вот здесь, да? Подожди, куда у нас интеркулер запихнули в движок? Да нет. А, стоять. В турбине у нас, ребятки, интеркулер. Так, это хороший интеркулер. Надеюсь, хороший, да, он отнимает 0,8 от надежности, значит, это должен быть хороший интеркулер. Интеркулер, он что делает? Охлаждает масло перед подачей куда? В двигатель, по-моему. Или после турбины. Короче, хрен его знает. Перед турбиной. Так, турбина крутится выхлопными газами. Воздух, она охлаждает, интеркулер охлаждает воздух перед подачей в двигатель. По-моему, так. Потому что после турбины воздух горячий. Так, 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 так. Едем дальше. Погнали, у нас тут есть серия гонок Тойо. Давайте погоняем в Тойо. Не знаю, я, короче, такое что-то вытворил с пальцами. А почему у нас соперники не едут? Я вообще не догоняю. Кстати, скорость. Хоть первый раз посмотрел на скорость, наверное, за все серии. 230 было, по-моему.
Так, косарь баксов. Блин, за косарь я бы гонял, ребятам. Я бы гонял. Бонус не работает в сюжетных заездах и тренировке. Понятно. А вот этот красавчик. Бонус работает только в онлайн-гонках. Ладно. Давайте ехать дальше, Тойо. Поехали. Так, ну тут надо уже серию нашу заканчивать, блин. Не стоит снимать 40 минут. YouTube это не очень любит. Вот когда на канале уже там 100 тысяч подписчиков, 200. Короче, можно уже снимать и большие серии. Это будет не во вред, так сказать. Ну. Блин, заснул. Я заснул. Я так думаю, загорелся зеленый, думаю, что я не еду. Ну, я не понимаю, почему соперники здесь не едут. В прошлом классе они ехали еще как. Мистика, в общем, какая-то, ребята, произошла. Думаю, на вот на этом мы как раз и закончим. Сколько у нас остается здесь гонок? Ну, осталось-то не так уж много нам в карьере и в Тойо. Не, ладно, давайте будем гнать дальше. Пройдем к чертям этот этап. Так. Неплохо получилось с подгазовкой, мне понравилось. Ай, это ладно, там прямо. Так, ну время будет лучше, чем в прошлый раз, да, 19.1, не 19.7. Так, Рыкса у нас пока что вкачано чуть-чуть, 200 там сколько-то деталей. Так, Тойо, пятый этап, давайте поедем. Последняя гоночка. Ну так, на троечку с плюсом. Едем. Но соперники совсем не едут. И у нас коробка передач. О, рекорд, ребятки, 18.998. А в соперниках у нас был Infiniti G3 37. Так, у нас там была трансмиссия, да? Так, я думаю, давайте в гаражик забежим. Уникальные детальки ставить будем все-таки. Там трансмиссия была, да, по-моему? Вот она. Тут же у нас еще деталька там могут и отказать. А почему? Что, покрышки заново начались? Ладно. Мы сейчас карьеру добьем. И будет у нас видос на полчаса. Если не запориться. Туру-ту-ту. Давай. Я боюсь писать, ребята, длинные видео, потому что
видео портится и в основном не восстанавливается, если видео длиннее 10 минут. Я уже тут пишу 25, у меня уже начинают потеть руки. Завтыкал, признаю. Слышу там, как только переключается передача нашего противника, но хрен тебе. Это была Z-ка. Что, миллиметраж? Так, интеркулер. Так, у меня уже есть интеркулер. Специальный приз. Спецтопливо. Нелегальные шины. Что это вообще такое? Что за спецпризы? Что с ними делать? Не понимаю. Это какие-то нелегальные детальки, ребятки. Нелегальные ускорители, чтобы повысить шансы. Но тут, наверное, не говорят, что из-за этого двигатель у нас, наверное, будет гореть как порох. Ну, короче, без проблем. Продвигаемся. С запасом. Там интеркулер нам еще один был. Надо зайти глянуть, какой он. Так, нас, по-моему, наказали первый раз. Да? Так, а ну-ка, кто нас... Ну, понятно, им VRX на 340 тюнинг. Надо улучшаться. Вот заодно сейчас и узнаем, чего нам не хватает. Так, понятно. Действие. Продадим. Давайте сейчас доведем нашу тележку до там 350, там чего, не знаю чего. Так, снижение веса. Давайте снизим вес повеселее. Так, почему-то я по двигателю понты поставил. 1800. Ладно, давайте так. Что у нас еще здесь? Покрышечки. Поставим покрышечки. Ну, у нас уже 370. Этого более чем должно быть достаточно. Давайте еще, может, трансмиссию. Так, это последний этап? Нет, это предпоследний этап. Ну, давайте. Уже видео 30 минут будет. Ну, давай еще раз. Да, без шансов. С учетом моих ошибок. Так, ну значит, нужно еще следующий этап пройти без тюнинга. Хотя я тут тюнинга навешал, конечно. Стоило, может, в онлайн-гонках погонять на этой машине с низким тюнингом. Иногда бывает, когда деталей мало, конкуренция невысокая. Потом, когда ты ее прокачаешь, короче, в соперниках дают вообще такой бред бывает. Ну, не бывает, у меня было, наверное, раз... На BRZ-ке раз, наверное, 5, 6, 7 подряд проигрывал фокусом.
которые были, ну, примерно на моем же уровне по деталькам, по шестеренкам. Они едут лучше, чем BRZ-ка, и ничего не сделаешь. Или вообще дадут машину на два класса выше и соревнуйся с ней, называется. Отвали! Это была Бэха, да? Третий этап карьеры завершен. 11.4 наше время. 60 тысяч. Далее 10 деталек. И давайте глянем. Ну, там я буду покупать Mercedes. Кстати, я смогу на нем поучаствовать в соревнованиях выходного дня. Ну, кстати, вот эти вот же muscle car, а почему B1? Ай, ты ё-моё, B1. Ну, B1 придется брать muscle car. Да, они тут все muscle car. Все muscle car. Ну, вот Plymouth, да, Fire, а это Hemi. Barracuda, да. Barracuda, блин, еще 10 тысяч надо где-то взять. Charger RT или Firebird Trans-Am. Ну, ребятки, до скорых встреч!